блядь. Сейчас машина пройдет. Да ну его нахуй. Уже пошло 15, блядь, и хуй дозвонился до них. Ну, не доезжая, короче, до перекрестка. Да, да, да. Конечно, не дождешься. Видишь, вот скулит, интернета нету. О, появился. Где-то Wi-Fi. А, гостиница Wi-Fi выхватил. Ваши любимые мировые бренды и эксклюзивные марки со скидкой до 40%. Готовьтесь к главному празднику в магазинах и на сайте. Каким дюликом меня прошло туда с перекатами? Ну, не сегодня, а позавчера, блин. Новый заказ. Ну, ебашили, что собаки, блин. Краснодонская улица, 5, ёлочка, всю ночь не пили, блин. 1900. То есть пили всю ночь. 1900. Так получилось. Дочки сегодня, блядь, этот собак понял. Ну там, на этом, на Болгарке. А, да, на Болгарке. Да. Слабый сигнал сети. Не знаю, сегодня, по-моему, все отдыхают. Ну, то есть сауны в гостиницу, тут то девочек найти, то квартиру снять. Вышла за 2 месяца до Нового года и стала самым успешным синглом в карьере актрисы и начинающей тогда звезды. А девочки почем сейчас? Даже без понятия, блин, я не знаю. Последний раз, что я слышал, это было года полтора назад, блин. 1,5 рубля час, блин. Ой-ой-ой, нихуя себе просят, блин. Ты нет, не думаешь, это дорого, блин. Не, такая как будто садилась, блин, за такую 1,5 не жалко, блин. Базара нет. А если такие, как будто под мостом стоят на Лутуринской, блин?